Мне кажется, только у того стали какое-то настроение, а у вас вообще? Ну? Сегодня суббота, выходной, вы все отдыхаете. Мне кажется, у вас должно быть просто прекрасное настроение. Кто здесь?
сейчас то, что нас объединяет, это то, что мы играем для вас. Поэтому, когда мы поем, очень хотелось бы вашего внимания и вашей поддержки. Спасибо большое, мы здесь скоро начнем. Я вообще согласен со всем Не знаю я, как распутать нить.
курить. Я бестолковая и дурная. Ты не доволен, что смысла нет. Как жизнь неправильная, не знаю. Зато могу написать куплет. Как жизнь неправильная, не знаю. Зато могу написать куплет. Не знаю точно, что буду делать. Thank you.
у нее прекрасная песня, как всегда теплая и уютная. Микрофон по такому случаю. Продолжение следует...
еще раз представляем, что мы в Петербурге. Красиво, небо, вода и все.
Следующий. Следующая песня. А можно еще наш микрофончик вывести? Мне кажется, маловато будет. В общем. Следующая песня была написана после первого практически самостоятельного путешествия в автостопах. Простите меня, родители. Вот. Но мне кажется, она вышла неплохой. Сейчас немножко черной магии. Каждому свет домой.
Еще раз Алексей. Четвертый, пятый, гасишь. Знай, почему и зачем
У нас вообще не было, да, сегодня песни на английском? Потому что у нас сейчас будет песня на английском. Thank you.
чужие мечты, и всех отрыв одновременно. Жди говорения. Больше одного человека начинает.
Как бы это ни звучало. Планировали сегодня. Если быть честным, то я познакомилась сегодня с Артемом впервые, так что... Продайте. Этот замечательный человек согласился подыграть на многофоне. Я не знаю, что это такое. В общем, мы попробуем. Поэтому не судите строго. А если вы не скажете, хорошо смотрим. Ты всегда найдешь свой дом. Где-то на пятой улице, среди сердца домов. Нас с тобой жестоко снимать, остальная водка сквозь дну, махали розы, цветы связки. Мы же были под гипнозом, а я же метаюсь, пытаюсь. Твоих сантиментов. Может, зачем ты мне, думала я, мальчик, не из нашего мира. Не из моего детства, мальчик, лунатик, какой же ты смешной, мальчик, фанатик, не убегай со мной. Я буду хранить тебя, останемся здесь до утра. Купаться!
долго. Я не умею тянуть время, ребята. Спой еще что-нибудь. А, кстати, да. А, можете сюда. В общем, мы перед тем, как закончим, пока они там вот делают все свои дела с моей супер-минусовкой. В общем, это Ксюша, это Маша, это Вася. Вот, мы так случайно сошлись на курсе в Академии имени Гнесина, и просто произошел какой-то взрыв эмоций. Вот, и мы решили вот устроить такой маленький... Все, да? А, ну все, я больше не буду ничего говорить. Ну, потом поговорим. Спасибо ребятам, сверхдилегент. Это потом, потом. Антон, звукорежиссерским пультом сегодня нам помогал. Это
тот прекрасный человек, которому я уже рассказывала, который играл нам сегодня, называется «Тумногофоне». Это Артём. Это Михаил. И Иван. Спасибо вам еще раз большое, что пришли. Это первый наш концерт в таком формате. Это первая возможность для нас исполнить свои песни. И это невероятно ценно и невероятно приятно, что все вы здесь. Все, да, все.